Друзья, всем ассаламу алейкум, приветствую всех. Меня тут просили показать, как я пою водой. Что нужно показать? У меня вот отсюда идет шланг. Там у меня стоит 10-кубовая бочка. Сейчас уровень немножко спал, и идет вода вот так. Здесь стоит у меня 190-я труба пластмассовая, канализационная, скорее всего, вот эта. И вот так она идет, вот вода с 5 штучков. Здесь у меня есть вот такие вещи. Вот он сейчас слетел вот с этого. А так он должен цепляться за вот этот, так должен цепляться за этот, чтобы его как-то расширить. Сейчас я вам покажу, как это сделано. Вот, малой цыленок просунул морду и пьет. Спокойно, он помещается туда. Не знаю, как будет слышно, гудят. Здесь цепями. Звенят цепи. И вот соединен между ними стильком и саморезами. Пример вот так это выглядит. Вот таким уровнем, друзья, я их пою. Но я вам скажу, вещь довольно неплохая, но я, конечно, планирую в будущем переделывать, на самом деле. Хотел бы переделать. И здесь точно так же. Вот этот чопик что тут делает? Конечно, уровень его поелки будет бы намного лучше. Но пока обходимся вот таким вот методом, друзья.